Специалисты советуют не откладывать визит на Уитак. Сейчас самое время полюбоваться распустившимися первоцветами. Кроме того, туристы смогут увидеть окаменелости, возраст которых порядка 400 миллионов лет, подняться на горную вершину и оценить с нее впечатляющие виды окрестностей. Экскурсоводы расскажут об особенностях горы, а еще угостят ароматным чаем. Собравшимся стоит учесть, экскурсии проводятся только в будние дни.